Здорово, дневали дядьки и тетки еще раз. Вот сейчас, пока тут мы бурно отдыхаем все вместе, стреляем из оружия, решил еще один девайс взять на обзор. Револьвер «Гроза» нашего российского производства, «Гроза» R02S. Буковка S в конце обозначает, что он сделан из стали. Вот, здесь, значит, у нас получается вот такой девайс, очень-очень удобный, очень эргономичный такой, достаточно компактный револьвер. Значит, давайте посмотрим, пройдемся по его рычагам управления. Значит, здесь у нас курок. Так, давайте посмотрим, есть ли там вообще у нас... Нет, патронов нету. Вот так вот у нас идет курок. Здесь спусковой крючок, значит, все, да. И здесь такая клипса, которая отбрасывает барабан. Значит, барабан тоже полностью стальной. Здесь присутствует такая выколотка. Кстати, хочу сказать сразу, что пистолет, револьвер этот под пистолетный патрон. То есть это не револьверный патрон здесь идет. Обычный 9-миллиметровый. Сейчас вот я достану свой. Вот мои патроны. Вот такие, вот так вот они вставляются в мунклип. И таким образом завлекаются сюда, чпок вот сюда в барабан. Вот. Значит, стреляет он самозарядом, либо предварительным взводом курка. Вот. Сейчас мы пойдем из него, сделаем пару выстрелов. Мы тут уже, правда, настрелялись, но пойдем сейчас из него сделаем пару выстрелов и посмотрим его пробивную способность. Ну, скажу, мне по первому впечатлению очень понравилось. Стреляет даже где-то мощнее моей вендетты. Но здесь, опять же, хочу сказать, за счет чего? Скорее всего, за счет того, что ствол, как вы видите, у него... Нет никаких преград. Единственное, что у него там идет дуальный срез. Вот такой вот. Идет сначала так ствол, потом немножечко так. Но в целом этого достаточно, чтобы разогнаться пули. И пуля не проходит те преграды, которые есть в пистолете Vendetta. Ну что же, пойдем посмотрим, как он стреляет. Здесь, кстати, есть также вот эти вот насечки, видите, такие, типа искусственных нарезов. Они как бы даже не нарезы, это больше для выхода пороховых газов. Это я так понимаю. Пойдемте стрельнем из этого револьвера и посмотрим, как он ведет себя в бою. Два выстрела, думаю, нам будет достаточно. Так, не забываем о средствах защиты. Мы надеваем обязательно очки при стрельбе, да? Сейчас, значит, я произведу два выстрела. Поехали. Стреляю вот сюда. Смотрим на его кучность и пробой. Так, мы видим, да, то есть, в принципе, у револьвера «Гроза» очень хорошая кучность, потому что целился я в этот угол. Пробития нет, но мы видим, да, что до этого постреляли мы, доску мою разнесли в хлам мишенную. Так мы видим, что, в принципе, для самообороны этот револьвер, в принципе, очень классный, потому что он компактен, он... Очень легко лежит в руке, но при этом есть и свои минусы. Минусы, в отличие от того же пистолета, тем, что у него мало зарядный барабан и скорострельность. То есть, если у пистолета идет самозаряд, то у револьвера необходимо постоянно либо самовзводом, либо предварительным взводом курка. Так что, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, комментируйте это видео, мне будет интересно ваше мнение, кто пользуется уже вот таким вот револьвером. Всего доброго, пока-пока!